Всем привет! Вот у меня от Диага Астини ЗИЛ 118К юность 1 к 43. И я решил сделать из него эвакуатор. Вот я забрал его, заклеил окна. Не знаю, подумал, может быть, оставлю кабину как есть, крашеный, желто-синий такой. Вот я разобрал его, так вот он внутри выглядит. Вот такая площадочка пригодится для какого-нибудь другого проекта. Мигалку вот эту, я не знаю, может быть, поставлю на крышу, перенесу ее отсюда, сюда на крышу. Вот я тут уже отпилил, осталось чуть-чуть. Вот. Тут уже полностью отпилено. Вот эти вот фары я перенесу сюда пониже. Вот. Также вот эту вот часть. Вот эту вот часть, задние окна. Я еще отпилю и перенесу их сюда. Также тут будет сдвижная платформа. Как вот у этого взяла я, делал. Только это масштаб 1 к 52. Это, конечно, 1 к 43 побольше будет. Вот. Будет такой эвакуатор у меня. В принципе, вот как-то так вот. Москвич на нем, если будет стоять, будет смотреться. Вот. Свет фар. Не знаю, возможно, сделаю еще вот эти вот маленькие, которые у него есть. Также есть вот сверху еще габаритные. Вот сбоку, не знаю, может быть, сделаю, чтобы тоже они светились спереди, фары. Тут тоже по-любому сделаю. Вот снизу точно сделаю. Противотуманки желтые. А вот эти вот боковые, не знаю. Может, заморочу, сделаю их. А может, не буду. Вот. Так что ждите продолжения. Будет ЗИЛ эвакуатор 118К юность. Всем спасибо за просмотр. Пока.